Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 28 мая 2020 года. Вторая часть видео про улиточек Ленобласти, Лужский район. Улитки наши природные спариваются точно так же, как улитки африканские. Вот эти только расцепились. Еще, видите, белый гоноподий виден, но не убрали. А эти еще даже не разлепились. Вот так происходит процесс спаривания африканских улиток в том числе. Обмен сперматозоидами, после чего будет отложена кладка. И я только что говорила в предыдущем видео, так как в нашей стране лето и теплый период времени для размножения улиток очень короткий, они стараются это сделать как можно раньше, буквально только что пробудившись ото сна. А вот эта улиточка тоже нашей полосы, янтарка, насколько я помню, называется. Вот чаще всего в нее отселяют птички. Поселяется какой-то такой вредоносный вредитель, червячок, который окрашивает их рожки, вот эти глазки, в разноцветные такие пульсирующие полоски, за счет чего они привлекают птичек, птичка ее склевывает. И этот паразит переселяется в кишечнике, ну, переносится в кишечнике птички в другую часть. И там благополучно размножается в другой улитке. Так, Викуля пришла мне опять помогать. Поэтому не носите в дом из своего огорода вот таких улиточек, а после общения с ними мойте ручки как следует.